Итак, мы в девятой части Half-Life. Без маски, без перчатки мы продвинулись через город Рейвенхолм. И сейчас мы будем спускаться в эту дыру, где нас ждут маленькие Creatures. Вот видите, Creatures. А пока что серьезный перелом, ребята. И пока я вас познакомлю то, что было в прошлой части. Смотрите. Я притягиваю баллон. Оп. Опять. Мне кажется, он сказал, опять. Человек, ты знаешь, что суицид – это грех? Акерним. Больно, да? Ну ничего, нормально. Бывает. Бежит, бежит. Ха, он промазал. Он прыгнул мимо. Привет, мужик. А, вот и ты. Ага, это наконец-то. Я. Так, конечно. Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди. Давай. Немного. Набрал. Нормально. Здорово, армян. Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Обрети же истину. Ну чё? Вперед к шахтам! То есть ты меня оставляешь, да? Ну ладно, братан. Да светит твой путь, светлейший свет! Пошли со мной, армян. Спаси же свою душу! Эй, иди сюда, чувак. Блин, мне кажется, я очень сильно. Итак, продолжаем, ребята. Монтаж, монтаж. Смотрите, анчутки прыгают внизу. У нас есть что? У нас есть револьвер. Так, где анчутки? О, смотри, бегает такая, бегает такая. А что будет, если... А что будет, если... Во! Мы подтащим бочку к анчуткам. А потом мы немножечко ее подпалим. А! Патроны кончились. А если мы сделаем барабум? Бам-барабам-барам-барам-бам. Бьет по глазам барам-бам. Так. Кажется, кто-то загасился. А как мне спуститься вниз? А вот досочка. Шмяк. Досочка. А почему эти анчутки пришли без маски, без перчатки? О-о-о. Мне кажется, их много. И кажется, что они злые. У меня патронов нет. Что мне делать? Вот секрет. О-о-о. Я пришел. Я пришел, ребятки. Привет. Смотри. Смотри, а это мертвая одна. Одна из них мертвая. Ой. Они делают так. Вот они. Давай, подпрыгивай. Без маски, без перчатки. Спляшем вальс. Спляшем блюз. Шотган блюз. Шотган блюз. Давай, давай. Бежи, бежи, бежи. Так, 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 так. А-а-а! Это ядовитые хэдкрабы. Ну ладно, ребятки. Придется вас попотчевать старым добрым револьвером. Магнум. А вообще, они даже по лестницам бегают. Удивительно. Удивительное создание. Смотри, сколько их там. Они ползут. Прямо ползут. Ух, поджарил. Так, давайте, собирайтесь все. Собирайтесь, дети, в круг. О, загорелся один вон там. Хэдкраб. Хэдкрабик, хэдкрабик. О, мы можем уже разбежаться.
и перепрыгнуть. О, мы сейчас патронов накопим. Подзарядим, как сказать, костюм. Но у нас есть гранаты. Мы можем их покормить немножечко взрывчаткой. Да? Покормим взрывчаткой creatures. Маленькие кричерсы. Вон они идут. Че? Гордон Фриман пришел. Ха, убежал. Вот сдохла. Сдохнула. Маленькие кричерсы, холодно зимой. Маленькие кричерсы взяли мы домой. Сдохни. Сдохнули кричерсы, встали в хоровод. Весело, весело. Ничего, их взрывной волной шибануло. Смотри, бежит, 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 бежит. Есть? Есть? О, смотри, бежит, 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 бежит. Бам! Уже не бежит. Он бежит. Свернулся. Бежит, бежит и не бежит. Так, куда нам пойти? О, привет! Смотри, еще один, еще один. Еще один. Нормально дробью достает. Дробь. Вот тут можно пожарить. Вот тут можно пожарить кричерса. Так, а вот сюда как перепрыгнуть? Я думаю, ребята, что нужно вот сюда. Нам. Вот сюда. Что тут? Что ты прыгаешь-то, а? Сколько вас тут, а? Ну, надоели вы, пошли вы. Я в воду лучше пойду, от вас спрячусь. О, водичка. Водичка. Так, а вот тут под водой мы пойдем сейчас домой. Куда-то я плыву. О, прикол. Барнакл. Он меня поднимает, что ли? О, меня барнакл поднимает. Так, чел. Чел. Подожди, ты меня поднимешь на самый верх? О, прикол. Он меня поднял, и я оказался рядом с человеком. Привет, человек. Так, и собственно говоря, а зачем я сюда поднялся? Пойду я обратно в воду. Так. Блин. Куда мне? Я сейчас задохнусь. Эй. Эй. Я почти задыхался. У меня фонарик, короче, быстро садится почему-то. Я не знаю, куда плыть. О, прикол. Так, а я же здесь был. Я же сюда от хедкрабов пришел. О. О. А вот здесь я не был. Прикольно. Костерок. Вот. Ну что, из Рейвенхолма я выбрался наконец-таки. Смотрите, какого-то человека располовинило. Во, прикол. Короче, тема, ребята. Вот эту штуку запускаем, и она будет всех рубить.
Смотрите, она улетела. О, вот они идут. Смотри. Она возвращается. О, прикольно. О, опять пошла. Короче, мы сейчас бежим. Вот так вот раз. И тут нычка. И тут эти идут. Это было не очень как-то. Сам себе злой Буратино. Смотри, хоп, из нычки вышли, ребятки. Смотри. Так, главное не подсовываться под эту штуку. В нычке, короче, надо быть. Смотри, они идут. А я в нычке. Раз. Их заколбасило. Мы бежим сюда, прячемся в нычку. Опять ждем штучку. Оп. Там, смотри, ребятки. Смотри. Оп. А мы бежим, бежим, бежим. И прячемся в нычку. Оп. А там опять ребятки. О, они идут. Смотри. Сейчас она придет и... Короче, ребятки, давайте. Опа, нормально. Срубило. Ребятки. О, там светло. Свет в конце тоннеля. Ну, я думаю, что сейчас будет интересно. Мы покидаем Рейвенхолм, ребята. И сейчас будет нормальное рубилово. О, чайки. Я что-то слышал. О, прикол. Привет. Музычка как бы намекает. О, это что, патроны? А, это патроны к вот этому, по-моему, магнуму. Кружбайки. Ну что, пострелять из магнума в росгвардейцев? Да, это богоугодное дело. Они же нам запретили без маски, без перчатки выходить. А маски и перчатки не дали бесплатно. Вот смотри, бежит один. Росгвардеец, наверное. Ну, этих лучше ломиком. Вообще, магнум это тема. Мне кажется, там снайпер. Вон. Вон оттуда луч идет. Там снайпер. А для снайперов у нас есть гранаты. Смотри, сейчас прикол будет. Выпало тело. Вот он в маске и в перчатке. Нормально? Гранаты еще есть. Гранаты. У нас для вас есть гранаты. Ага, вон там снайпер. Вон он сидит. Светит. Стреляет. Нифига, у него пушка мощная. Смотри, он подстрелил, что ли, задымилось. Нифига он выбивает. Кровопотеря, конечно. Короче, я туда стреляю, а не могу в него попасть почему-то. Вон он там сидит. Ух ты, какая сволочь.
Сейчас тебе сделаю кровопускание. Ничего, он как шмякнулся. Нормально. Кровопотеря обнаружена. Нормально. Знай наших. О, человека какого-то распотрошили. Кто там что-то там? О, смотри, вот этот чувак. Смотри, он сидит, он. А, вот он, да? Нифига они. Кровопотеря. Кровопотеря. Иди сюда. Подорвался сам, что ли? Самоподрывщики. О, ничего, я пушку взял. Энергетическая пушка. Нормально. Ну чё, сейчас я вам кровопотерю устрою. Ребята, росгвардейцы. Вот они, пушечки. Они как Томми Ган. Только какие-то энергетические. Вот она. Так, как называется? Overwatch Standard Issue. Пульс Rifle. Это пульс, винтовка энергетическая. Ну что, теперь мы во всем оружии, да? Где ваша Останкинская телебашня? Где ваш вялый президент? Нелегитимный. Где ты идешь там? Нормально. Ну чё вы? Энергичные росгвардейцы. Короче, ваш вялый президент, как я уже говорил, скоро будет импичмент. Импичмент будет. Вон они. Смотри. У меня и простой есть. Наши ребята, они накернили этих гадов. Фриман, у тебя получилось. Привет, мы да. Говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. Ага. За мной. Пошли, чел. Мы накернили этих уродов. А еще у меня есть теперь энергетическая винтовка. Правда, у нее патроны быстро кончаются. Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Да, давай. Я наконец-то выбрался из этого Ровенхолма. Я была на связи с Алекс. Но они схватили ее отца. Сюда, вот, доктор Фриман. Вот гады. Без Илая Венца нет освобождения. Ага, здорово, чувак, с лапкой на животе. Алекс, это Леон. Пополним запасы амуниции. Ага. Да, это мне нужно. Ну чё, чел, давай. Да, я прошел. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Ну, и давай, чё. Вартигоны высадили корабль, на котором отправился он и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут ты и вступаешь в игру города. Да. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Нового Проспект. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче туда пробраться, чем вырваться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Да, скоро полупятся муравьи, легко. Поэтому я и звоню, Леон. Я
Да, о, хорошая идея. Подожди. Пушка, я их быстренько. Норка, приводи багги и припаркуй его. Его поведет Гордон Фриман. Хорошо. Давай. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя. Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо. Да, давай. Увидимся, дед. Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, проспект, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Да. Будь в машине, используй гидранты, и не будешь уступать муравьиным львам. Базара нет. Я их превращу в муравьиных опоссумов. Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. Ну вот видите, ребята. Я пущу вас на пляж. Вон они, смотри, червяки. Смотрите, ребята, мы вышли из этих проклятых пещер. Простор, море, свежий ветер перемен, пулеметы, тачки. Что еще нужно? А это вы увидите уже в 10-й части. Итак, подписывайтесь доктор на канал, Фриман, ставьте лайки, и мы оседлаем этого коня и будем из вот этой пушки расстреливать всяких, ну вот этих всяких чудиков, плюс тех, кто говорит нам без маски, без перчатки не выходить. И мы доедем до Останкинской телебашни и найдем этого нелегитимного хуйлушу, который рассказывает нам про лучшую Россию и всех остальных врагов. Всем пока. Доктор Фриман.